Всем привет! Меня зовут Скрэчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной Шеги! Эй-эй, всем привет, ребят! И это новая серия жизни симбиотов, погнали! В общем, ребят, сегодня ко мне в гости пришел Шегич для того, чтобы стать знаешь кем. А ну-ка, удиви-ка меня. Короче, я бегал по миру и нашел инъекцию, точнее инструкцию Дэдпула. Ты станешь Дэдпулом, я проверил, короче, это вот этот вот костюм. Офигеть. Слушай, ты показал бы мне хоть костюм, а то ребята вид, а я не вижу, ну так интересно. Все, пойдем, скорее, нужно крафтить, не теряем время. Короче, как только мы скрафтим тебе этот костюм, ты поймешь, как он выглядит. И ты просто такой, че, блин, как круто. И помимо этого, нам нужно создать инъекцию. Инъекцию того самого Дэдпула, для того, чтобы ты там с бешеной скоростью, блин, регенерировался. О, слушай, ну я думаю, что сегодня я точно должен буду тебя выиграть, потому что регенерировать я буду просто, наверное, быстрее тебя. Я очень надеюсь. Да, скорее всего. Так, сейчас, подожди, мне надо уран закинуть. Ай-яй-яй, умираю. Карнаж, спасай. Это что вообще происходит? Пипец, ты стрёмный. Я Карнаж. Я буду, кстати, сегодня с тобой в роли Карнаж сражаться. Да просто уран меня отравил. Вот, смотри. Вот есть такая штука, уран называется. Вот. Ты куда ты, чувак? У меня 5 сердец, 3 сердечка, куда 2? Нет, я сейчас умру. Пол сердца осталось, чтобы ты понимал, пол грёбаных сердечка. Можно хоть поесть? Я каждый раз к тебе прихожу, в каждый летсплей, ты меня не кормишь, где хоть поесть тебе можно? Фух, морковку покушаю. Да, морковку кушай. Да, я скоро надо мясо пожарить, размножить его будет, все дела. Так, здесь инструкция Спайдермена. Короче, смотри, прямо сейчас нам понадобится гнилая плоть. Она, кстати, у нас есть в размере одного стака. И также нам понадобится очень много ведрышек славы. И прямо сейчас мы можем сварить тебе инъекцию. Ты готов вообще? Что, получается, мы делаем костюм из гнилой плоти? Нет, не костюм. Сейчас мы делаем специальную сыворотку, инъекцию и... Это, не получилось. Ща переделаем, не переживай. Там просто всего лишь до 50% шанс. Но поверь, эта инъекция сделает из тебя реально Дэдпула. И ты реально офигеешь от своих способностей. Чувак, я не хочу в себя вживлять что-то такое, что сделано из гнилой плоти. Можно, пожалуйста, не буду? О, получилось. Не, это надо, все нормально, не переживай. У меня вообще вот какая-то здесь смола, которую я тоже это вживлял в себя. Куда, в левую ногу или в правую? В пятую точку. У меня что-то крутит. Ладно, 5 сердечек добавил. Ух, ничего, что так было, подожди. Че? Ого! Я не знаю, что со мной происходит, но это выглядит очень странно. У меня как будто, знаешь, Майнкрафт как-то странно. О, я прям быстро стал, нифига. Ты реально очень быстрый. А ну иди, стоп, у тебя 5 сердечек добавилось и все? Ну, получается, что так, я стал быстрее, у меня добавилось 5 сердечек. А, слушай, у меня нет никакой брони, но у меня есть 3,5 защиты. Офигеть. Кстати, ударь меня рукой, пожалуйста. Давай протестируем, что у тебя по силушке. Всего. Нифига. А ну еще. Фига, я только что столько сердечек увидел, нифига. Ой-ой-ой, по 3 сердечка сносишь. Довольно-таки неплохо. Ой-ой-ой. Давай шляпку мне. Ох ты ж, блин, не успел. Ну слушай, я бегу достаточно быстро. Ох, нифига. Мой плащик еле за мной успевает. Да, но как только у тебя появится костюм Дэдпула, это вообще будет просто жесть. Ну смотри, у меня есть инструкция, также есть специальный столик. Давай вложим его сюда. Так, здесь нужны черные и красные 3 полимера и 20 костей для шлема. Шлем из костей? Оу. Ну, у меня есть 7, я видел. Так, а ну-ка, где еще косточки, подскажите? А я их уже размножил, не переживай. Ой, да слишком много 3 полимера взял. Так, ну чё, это самый быстрый костюм, блин, в моей жизни. Я уже готов его создавать. Ну давай, я уже готов. Хотел бы поставить, он будет ли реально похож на настоящего Дэдпула или же это какой-то обман на лайки? Какой обман? У меня не бывает обманов на лайки, между прочим. Ща, подожди. И ботиночки. Я создал костюм Дэдпула. Давай, я хочу удивиться, прям давай. Я хочу увидеть его, давай, скорее, давай. Знаешь, перед тем, как я тебе покажу костюм Дэдпула и все такое, я хочу тебе показать инъекцию Халка, которую мы сделали в прошлой серии. Фифестик быстро перекрасился. Нифига. Не, ну слушай, у нас была еще одна инъекция Халка, и она лежит, кстати, в моем чемоданчике. Сейчас я пароль введу. Там, наверное, пароль от твоего YouTube-канала находится, да? Блин, а у меня мистер Челлендж забрал другую инъекцию Халка. Ну, кстати, там инъекция Халка вообще лютая была. Там красивый Халк, не то, что этот какой-то Брэд Питт. Ну, это молодой, знаешь, такой, ну, типа, только родился. Да. Так, сейчас в чемоданчик засунем это. Я буду тебе презентовать твой новый костюм Дэдпула. И мы с тобой будем сражаться. Хочу на себя его так его примерить. Красивенький. Опа. Опа, видишь, шлепки какие прикольные. Это что такое? У меня, конечно, на скине тоже нарисованы шлепки. Теперь штанишки. О, ну слушай, прям моднючий. Ооо.
Пипец, знаешь, как будто в камуфляжных таких штанах. Ё-моё, чувак. Теперь вот это. Пипец, слушай, осталось только шляпку, я буду прям красавчиком. А ну-ка, давай, давай, давай. А я тебе ее не отдам. Слышишь, а я тебя втащу. Ай, больно! Быстро на родину, отдал мне шлем. Тихо, ты свои клыки-то спрячь. Так, Шеги, мне там, знаешь, скоро это, чернильные мешки понадобятся. Так что твое задание принести мне хотя бы 3 штучки. Давай, топай. Пипец, блин, я пришел сюда костюмчик поинтрестировать, а не заниматься какими-то нетрудными вещами. Кстати, ты пока добываешь, я сделаю тебе обязательно катану для того, чтобы ты сражаться смог. Ты бы лучше мне еды добыл, потому что каждый раз прихожу, каждый раз голодаю. Это вообще какую-то надо петицию какую-то позже подписывать. Ой, ну, кстати, давай, пока у меня находится твой шлем, я могу немножечко тобой это манипулировать, как бы, да? Не надо, слышишь, ах ты ж гаденыш, а манипулирует он мной. Так, добывай чернильный мешок. Ладно, чернильный мешок уже не нужен, беги обратно. Чё? Я то есть зря сейчас воду спустился, блин, начал их... Надо, доставай. Тьфу, вот, ладно тебе. О, спасибо. Твои чернильные мешочки, давай, теперь ты поплаваешь у меня, друг мой, давай. Стой! Давай. Стой, ты есть хочешь, Ладно, смотри, самое последнее задание, и я тебе точно отдам твой шлем, и мы будем сражаться. Тебе нужно коровку убить и дать мне одно мяско, я его размножу, и у нас будет бесконечная еда. О, фига, тут филин какой-то, ничего себе. Где мы можем найти коровы? Я, честно говоря, о, какие-то еще различные деревья. Ну, не обязательно это корова, вороны. Может, там овечку какую-нибудь, ворона, да, здесь змеюки еще иногда ползают. Опа, корову как и заказывали, оп, отлично, как садом удавчика, давай, раз, два, все, о, май гад, вот, дружище, у меня имеется и кожа, о, нифига. Офигеть, ты жестко бьешь, все, скидывай мяско, скидывай кожу и погнали домой. Так, Шеги, прямо сейчас я переплавляю один кусочек еды, ну ладно, так уж и быть, держите маску и держите катану. Железный меч, ты как-то обманываешь, мне кажется, меня. Нет, это как... Чувак, знаешь, сколько теперь у меня сердец? Сколько? 3 полосы сердец. Сколько? Я могу шляпку с него снимать и одевать. А брони у тебя сколько показывает? У меня покажет, ну, все слоты у меня заполнены. А, я понял, нормально, ребят, это, Дэдпул не имба, 100%. У тебя у Карнажа больше, что ли? Нет, у меня у Карнажа меньше. Это с сарказмом, блин, было. А можно мне, пожалуйста, нормальную катану? Что это за какой-то фуфлыжный Iron Sword? Я хочу круче. Я вообще руками буду драться. А ну-ка, бахни меня, давай, я сниму. Ударь меня железным мечом. И... ничего, не снял, еще раз. Ай, 4 сердечка, не, надо мечом. Нифига себе, почти все сердечки, 4 сердечка оставил. Ну, слушай, я могу и не использовать свой меч, я могу просто тебя с руки фигарить, и ты быстренько умрешь. Это мы посмотрим. Ну чё, ребят, схватка. Дэдпул против Карнажа. Ты готов? Давай, эпичная музыка заиграла в моих ушах. Давай, я готов, готов. Ты куда полез? Стоять, бояться. Здравствуйте. Тихо. Да как бы тебе попасть? Ты еще ёк-макарёк. А ну-ка, я тебе сношу хоть сердечко? Нет. И ты тоже? Отличная битва, считаю. А ну-ка, ловите скриточка. Оп. А ну, слушай, ладно, я воспользуюсь. Вот так вот получил. Больно. С железным мечом на... Ну, слушай, дружище, ты какой-то слабый. Ни одного сердечка пока не снял. Это, конечно, все здорово. Эпичная битва. Ой, ты что, ты железный меч откуда взял? А ну-ка, убери его. А тебе больно, если я с железным мечом? Нет, у меня до сих пор все полные сердечки. А почему ты не откидываешься? Я использую чит-коды на победу в Майнкрафте. Че, реально ни одного сердечка тебе еще не снял? До сих пор ни одного. А, то есть я сношу их тебе, но они восполняются, правильно? Ну да, ты сносишь мне пол сердечка, и как бы оно восполняется в ту же секунду. А, я понял, круто. Такой у нас очень странное ПВП, потому что ни ты мне урона не сносишь, ни я тебе не сношу. Ну слушай, мы можем понять, что если бы Карнаж встретился с Дэдпулом, то они бы выжили оба. Да, на самом деле, ребят, и Карнаж, и Дэдпул — это такие мясные чувачки, которые восстанавливаются просто невероятно. Вот, просто стоим на месте, друг друга бьем и ничего друг другу не наносим. Но у меня ты снимаешь иногда даже верхнюю всю строчку, но она у меня очень быстро регенерируется. Ну слушай, я могу сказать о том, что я сношу тебе гораздо больше хп, чем ты мне, потому что ты мне больше полсердечка ни разу не снес. Серьезно, ты настолько мощный, что ли? Ну да, а слушай, а мы можем с тобой поменяться, чтобы я попробовал, чтобы ты ребятам показал, как это? Ты, кстати, мне скоро Карнаж, сейчас, подожди, я снял, я его сейчас по-быстренькому починю. Мы можем еще, знаешь, я могу свою имбу взять, я могу взять стрёмного Халка, который тебя уничтожит просто. Стрёмного Халка? Звучит реально стрёмно. Не, ну вот, а, кстати, у меня еще есть некоторые инъекции, я, кстати, могу Веномом еще побыть. О, я могу сделать симбиот из симбиотов, симбиоз точнее. Оп, опа! Пипец, ты стал еще страшнее, дружище. Угадай, сколько у меня строчек хп? Ну, давай сделаю 5. Нет, 4. И при этом у меня также есть вот эти клинки. А ну сколько я тебя сношу? Столько же? Все столько же, ничего. А ну, побей меня мечом железным. Понятно, ты мне сносишь одно сердечко, и оно сразу же восполняется. Ну, слушай, дружище, какой-то неинтересный ПВП. Я пришел к тебе 3-й раз, и это ПВП было самое неинтересное. И знаешь, самое... Ой, Шаги! Шаги! Чего? У меня тут это...
поломало немного. Тебя поломало? А где ты поломан? А ты не видишь? Не знаю, ты у меня обычный карандаш такой, ну стрёмненький, как был, таким и остался. А, я просто трясусь, как какая-то непонятная фигня. Так, ой, я опять умер. Ты стоишь на месте, ничего не происходит, дружище, у тебя какие-то галлюцинации происходят. Ну, 100% галлюцинации, ребят. Бегаю боком, смотрите, без по стене. Нормально, нормально. Максим, я забыл тебе сказать самое главное, что я нашел какую-то штучку. Я не знаю, я в этом особо не разбираюсь, но держи. Где ты эту штучку нашел? Я просто копал дерево, думаю, ну вот, что-то выпало, какая-то штучка-дрючка, не знаю, что это, но надеюсь, она крутая. Ты, скорее всего, сундук нашел. Кстати, ребят, я только что ускорил своего карнажа на максимум, я теперь люто быстрый, мне это нравится. Ай, больно. А, у него КД почему-то. Так, ты его активировал, знаешь, я понял. Но я тебя немножечко обманул, потому что мне из него выпало, да, признаюсь, выпало вот какой-то Coder Breaker, не знаю, что это такое. Чего, но... тебе выпал взломщик паролей? 176 тысяч емцы, ребят. Просто Шеги выиграл в лотере. Он не то чтобы нашел питомца иллюмината, он еще и выбил вещь, у которой довольно-таки много ЕМЦ. И мы наконец-таки сможем отправиться в Эндермир и убить дракона. Так, во-первых, мне понадобятся самородки края для того, чтобы я из них сделал вот такие вот штучки. Тебе задание. Вон там ад, сбегай, добыть всякие там палочки ифрита и так далее. Они нам очень сильно понадобятся. Хотя я с тобой сбегаю, че нет? Шеги, а я быстрее нашел. Хе-хе. А кстати, да, кто из нас быстрее, интересно? По-моему, я все-таки. Мы бегали с тобой так. А по-моему, одинаково. Ты такое чувство, знаешь, как будто два персонажа между собой максимально одинаковые. Дерутся одинаково, ХП почти что одинаковая, скорость одинаковая. Что... А мы хоть чем-то отличаемся между собой? Ну, не знаю, может тем, что я симбиот, а ты человек, который там это нормально так все сделал. Ну да, мы оба какие-то максимально странные и... Опа, если не кажется, я слышу ифритов. Вот они, наши красавчики. Здорово, как где? Ваши дела? Первая палочка есть, вторая, давай-ка, может сейчас выпадет. Опа, слушай, вторая палочка, отлично. А нам нужна всего, кстати, одна, потому что я как бы их размножить могу. Подожди, может быть сейчас выпадет с визора, выпадет визорская голова и... А, нет, не повезло. Ну ладно, сейчас убиваю, получается, последнего ифрита. С него, к сожалению, ничего не выполняю. Есть две палочки. Две палочки, неплохо. Мы можем их размножить и, знаешь, с нашими силами, мне кажется, дракона мы убьем просто на раз-два, учитывая то, что я даже могу ползать по стенкам, а это капец. Не знаю, дружище, я только что открыл какой-то сундучок и нашел очень много всяких интересных рут. И если бы я хоть что-то в этом понимал, то... Что там за... Что там за книжка была? Кодекс какой-то? А ну-ка, 616-е издание. Ой-ой-ой, какие-то страшные демоны. Это потом поизучаем. Это не... О, Fortune Favor. Кстати, крутая штучка. Дай-ка ее надену. Она мне даст бесконечную спешку. Это себе можешь оставить. Че ты понакидал? Тут мне барахла. Все, что, дружище, нашел, все тебе отдаю. Держи. Не, забери, возьми, а то у меня места нет, ё-моё. Все, давай, не теряем время. Погнали, нам нужно убить Эндер Дракона. Да, погнали домой. Так, ну что ж, ребят, мы с Шеги приползли домой, так сказать. И нужны теперь блейзовые палочки. Давай мне их. Так, теперь быстренько их закидываем сюда. Берем стак. Зачем стак взял? Нам нужно всего 8 штучек. Бац, 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 бац. О, мне ножницы выпали с питомца иллюмината. Я тебя подстричь смогу. Подстриг нормально. Короче, ребят, погнали с Шегичем искать крепость. Шеги, прям сейчас вот сюда. О, кого упало, видел? О, давай, 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 быстрее начинаем копать, потому что кирки у меня нету. Давай, давай, полетели. У меня есть кирка, между прочим. И я, вот, на прочность несколько единиц, да. Так, подожди, где-то здесь должно быть. Шеги, твое, блин, око нас на... А, вот, вот. О, давай, давай, отлично. Эй, спай, отлично, мы с тобой нашли. Блин, мы настолько быстрые, что очень сложно тут передвигаться. Да дай проеду-то, ёк-макарёк. Тут еще нету, короче, ребят. Мы как флеши, блин, какие-то тут бегаем. Так, отсюда мы пришли. Ладно, короче, давай где-нибудь копаться. Я думаю, мы быстренько все найдем. Ну-ка, давай, водочка, приведи нас, пожалуйста. Эй, не люблю вообще эти стронгхолды, поскольку они такие, блин, большие. Все время надо искать. Опа, скелеты. Опа, оба, Максимка, о, нашел, я нашел. Нашел. Отлично. Да, все супер. И здесь, кстати... Подожди, подожди, меня бьют. Меня все пытаются убить, тихо. В смысле? Ты ж Дэдпул, кто тебя убьет, блин? Фух, они меня коцают. Все, так, ты чешуйка, иди отсюда вон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 911. Та-дам! Так, окей, я готов, я готов. Так, а как мы вылезем отсюда? Ладно, я пошел. Оба, оба. Отлично, давай, давай, давай потихонечку подбираемся. Слушай, ты бы костюмчик твой одел, а то ты, конечно, самоуверенный, но... Ой, да почему я умер опять? Я почему-то опять умер без причины какой-то. Кстати, Шейги, знаешь, что могу? Смотри внимательно. Оп, ты оп, куда растешь, дружище? Оп, а ну-ка прекращай. Ты что, растишки переел, дружище? Все, фига ты. Подросток на пару годков вперед. А, ну слушай, ты сегодня будешь ломать глазки, потому что... Ну как я буду? Мне не залезть, я не умею так высоко лазать, как ты. Блин, а я медленно лазаю как-то. А я могу сразу два ползка? Не могу. Нет! Да я полз полдня, блин! Опа, фига, слушай, мне так много упадает опыта с эндерменов, нифига себе. Да меня дракон законтролил, прикинь, я даже подняться не могу. Короче, сбегай домой за луком, пожалуйста, а то это не дело. И теперь я буду дамажить эти глаз
маски только так, потому что у меня имеется лук. Опа, первый ломаю. Да что такое? Максимка, меня бьют эндермены. Нет! Пипец, они таким складом. Не обращай на них внимания, они тебя почти ничего не сносят. Я, кстати, эндермена один раз бью, и на него иссушение накладывается, и он больше ничего не может сделать. Да боже мой, да отстаньте вы от меня. Я, конечно, понимаю, что вы мои фанаты, но не настолько же. Я сломал, получается, уже около 3 или 4 глаз, честно говоря, даже не знаю. Но есть те глаза, которые ты, по идее, должен поломать, поскольку мне так к ним не подобраться. Да, короче, ребят, разрушаем кристаллы. Ну что ж, ребят, мы с Шеги наконец-то разрушили. Ну, я разрушил, Шеги там дерется до сих пор. Да боже мой, они задолбали, не дают мне покоя. Опа, он пришел, можно по голове ему настучать. А ну-ка, че твои, да, говнёныш? Я сбоку к нему подошел, а он меня откинул. Давай, да что такое, да боже мой, давай, я его отвлекаю. Да смотри, что такое, еще и гребаный эндермен. Ты видел, сколько я ему снес? Фигась, это ты его с ладошки так поубивал? Не, я мечом железным. Я сейчас буду туда пытаться своими мастерскими способностями с лука его дамажить, потому что, ну, что-то он распоясался, что-то нас откидывает, что-то он в себя слишком поверил. Ну, что-то, да, такое себе. Так, Шеги, а как мы здесь к этому подойдем, к дракону-то? Дико, надо как-то просто подобраться к его голове. Отлично, один удар ему нанес. Давай вместе, 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 давай вместе, мы сила. Ох, как же много хп мы снесли, ёк-макарёк. Да, мы почти убили этого чёртова дракона. Скоро у нас будет бесконечный опыт. Ну, как бесконечный, ну, будет много опыта. И также яичко дракона у нас появится, что тоже, несомненно, круто. Так, дракошка, давай. Шеги, он спустился, давай, 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 давай. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Отлично, бью, давай вместе. Давай. А, ты, видимо, отлетел. Ну, слушай, я пока что его дамажу, осталось совсем чуть-чуть, пару ударов. Давай, давай, нет. Сейчас я его с лукой, сейчас я ему дам горячих стрел себе. Опа, тихо-тихо, два выстрела где-то осталось. Давай, ты попадешь, давай, давай, давай. Пипец, он мансит, слушай, он прям знает, как надо летать, чтобы не попасть. Опа. Фу, ребята, это было потно. Ну ладно, не так потно, как в обычной алмазной броне, но было очень весело и круто. Слушай, я прям прокачал свою стрельбу из лука на 100%, потому что убил эндер-дракона, ё-моё, я крутой. Да, только как опыт здесь подобрать? Здесь это дыхание дракон. Ну ладно, оно нас не убьет, по крайней мере, и это радует. Ну блин, ну, видимо, зубы давненько не чистил, поскольку дамажит очень сильно. Давай, глазик забираю, точнее. Так, окей, сейчас осторожненько здесь, значит, вот так вот. Да ё-моё, ты тыпнул его. Нет, вот оно. Посмотри! Оно очень опасно. Ха-ха, вот оно слева. Давай, 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 у тебя факела-то с собой есть? Конечно же есть, два штуки целых, между прочим. Так, сейчас бац, значит, бац. Ставим факелочек и бац. И яичко. Отлично. Все, и ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить эту безумно крутую серию. И если она вам понравилась, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наши каналы. С вами был Шеги Чискреч, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем покедова. Пока-пока, юху.